Я верю в необходимость, силу и смысл ходатайственной молитвы. Священное Писание само содержит очень много примеров ходатайственных молитв. Мы знаем от самого начала, еще из первой книги «Бытие», когда Содом и Гоморра находились на грани разрушения, угроза была гибели этих городов, мы помним, как Авраам пришел к Богу с какой молитвой? С ходатайственной молитвой. Он говорил, ну, может быть, там есть 50 человек. Может быть, ради этих 50 можно пожалеть этот город. И вы помните, как эта цифра постепенно сокращалась, но как Авраам проявлял настойчивость в своей ходатайственной молитве. Что ж значит само слово «ходатайственная молитва»? От какого слова оно происходит? «Ходатай». Тот, кто ходатайствует перед кем-то. Иными словами, может быть, даже как представитель, да? Представительская молитва. Кто-то идет как наш ходатай. И от этого и молитва эта называется «ходатайственная молитва». Когда мы выступаем в роли просителей за кого-то. Я знаю, что за меня моя супруга Галина просит Бога каждый день. Я знаю о том, что за меня мама моя молится каждый день. Иными словами, ее молитва обо мне – это и есть пример ходатайственной молитвы. То есть она выступает в роли просителя перед Богом за меня. Я убежден, что большая часть из вас здесь присутствующих молятся также о своих семьях, молятся о своих детях, молятся о своих родных и близких. И я убежден, что вы молитесь и за церковь свою также. Вы ходатайствуете перед Богом, подобно Моисею. Вы помните, как Моисей пришел и ходатайствовал перед Богом, говоря, что им и мне не надо жизни, и мне не надо будущего, если только ты не простишь и не благословишь народ этот. Вот с какой силой он шел. Но кто-то меня спросил как-то, а какой смысл в ходатайственной молитве? Зачем она вообще нужна? Если человек осознает необходимость, пусть он сам и молится. И когда он сам молится, то Бог его слышит, Бог отвечает на его молитву. Неужели перед Богом нужно, чтобы еще и кто-то выступал в роли посредника? А потом кто-то меня еще спросил, а что, имеет значение молиться за этого человека или за эту ситуацию один? Или если два молятся, тогда пользы больше будет? Или если три молятся, тогда что, в три раза больше шансов есть, что ситуация эта изменится, или человек этот изменится? Что, вопрос здесь в арифметике, от большего количества молящихся, то будет больший результат. А если за кого-то один молится, то результат будет менее благоприятный. Интересный вопрос поставили предо мной. И размышляя о ходатайственной молитве, я верю, Господь помог и мне увидеть эти ответы на вопросы поставленные. Я нашел один из примеров Священного Писания о ходатайственной молитве. Ходатайственная молитва апостола Павла. Апостол Павел любил свою церковь. Апостол Павел любил Бога. Апостол Павел жил в переживаниях о своей церкви. Для него церковь его была жизнь его. И не столько он рассматривал церковь как организацию. Вы понимаете, что время как таковой еще организации церковной-то и не было никакой. А были верующие, которые собирались, вместе молились, вместе слово изучали. Апостол Павел имел особую заботу. Это как бы дети его духовные были. И он пишет в город Колоссы. И туда, в этом городе,
собратьям, которых мы сегодня называем колоссяне. Он туда пишет им письмо. И начинает это письмо с рассказа о том, что он о них молится. И как он о них молится? Давайте посмотрим первая глава и посмотрим 9 стих. Он и говорит: «Потому мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Не перестаем молиться, о ком он говорит? Обратите внимание, о вас, о вас. И как часто апостол Павел молился о них? Он говорит: «Не перестаю молиться о вас». И я подумал, вот где для меня один из уроков ходатайственной молитвы. Мы с вами подвержены обычно такой волне энтузиазма, когда мы решаем, давайте как церковь будем молиться вот об этой ситуации. И на этой волне, на гребне этой волны, когда вроде бы все решили вместе, мы день молимся, два молимся, три дня молимся, и вроде пыл этот молитвенный в нас есть, но, как свойственно нам людям, проходит неделя, и вроде как-то другие приоритеты появляются, другие цели и задачи в жизни, и наш молитвенный дух, и наша молитва о той или иной ситуации уходит на второй план. Апостол Павел занял иную позицию. Он сказал: «Я знаю о вас, я знаю о ваших нуждах, поэтому я не перестаю молиться о вас». И если это написано в Священном Писании, я верю, что это так и было. У меня нет никакого сомнения верить в то, что апостол Павел каждый день начинал с молитвы ходатайственной о своих детях, детях духовных, которых он привел к Богу. Размышляя о жизни Павла, о его молитве ходатайственной и о нашей жизни, когда мы молимся о ком-то, я увидел великую премудрость Божию в этом. Посмотрите, Бог не просто сотворил нас как живых существ, чтобы наделить нас способностью жить, существовать автономно и каждому из нас заниматься своими делами. Я увидел, что Бог видит в каждом из нас часть или звено вселенского существования. Он Бог, мы как дети Его, сотворенные им для жизни, становимся частью этой ткани мироздания. И без каждого из нас индивидуально эта ткань не имеет всех тех звеньев или всех тех нитей. Каждый из нас – это нить в этой ткани. Возьмите, потяните одну из нитей из полотна ткани. Что происходит? Тут же появится пробел в этой ткани. Тут же за ней потянутся и другие ниточки. И тут же эта ткань перестает быть совершенно идеальной в той красоте, в какой она была соткана изначально. Я увидел, что жизнь каждого из нас является вот этой нитью в ткани божественного мироздания. И когда возникает необходимость духовного служения в той или иной ситуации, где-то беда, где-то переживание, кто-то болен, кто-то находится в несчастном положении. Мы не просто ждем, и Бог не просто ждет, чтобы этот человек попросил о помощи. Эта ниточка ткани мироздания просто обратилась к тому, кто ее соткал. А все вокруг эти нити, которые переплетены и связаны воедино, они все несут ответственность, они все друг на друга завязаны, они все соединены между собою, как единые звенья. И поэтому, как Бог призывает на служение, ведь мы могли бы сказать, Бог желает, чтобы истина о спасении была проповедана в этом мире. Так мы говорим, да? При этом мы признаем Божье всемогущество.
И мы говорим, Бог наш всемогущий, для Него нет ничего невозможного в этой вселенной. Если Бог такой всемогущий, для Него нет ничего невозможного, почему бы Он эту весть о спасении не донес до каждого сознания сам, лично? Ведь Он может это сделать. Ну, может Он или не может? Может Он это сделать. Но для осуществления этой цели Ему нужны не только пасторы, не только священнослужители, не только пресвитеры. Мы осознаем, мы есть род священный. Также каждый из нас является частью этого священнического служения в мире. Каждый из нас призван Богом, чтобы частью стать этого звена в деле проповеди Евангелия. И Бог нуждается в каждом из нас для этого. И я увидел, как в этой молитвенной заступнической жизни Бог говорит, мы с вами все должны объединиться, чтобы восстановить этот прорыв в ткани мироздания. Не то, что Богу нужно, чтобы 10 человек молились за эту проблему возникшую. Не то, что Богу нужно число, которое будет превосходить один или два, а Богу важно дать нам почувствовать, что мы разделяем боль один другого, мы несем ответственность один за другого, мы все соединены, мы все едины, живой организм мироздания, мы все часть этого тела Божьего. Ведь так же апостол Павел, да, называет нас, он говорит, церковь это тело Христово, и мы все соединены в этом теле. И если болит одна часть, один пальчик маленький или ноготок болит, скажите, голова разве не чувствует этой боли? Чувствует еще, как она чувствует эту боль. Все тело участвует. Все клетки начинают вместе работать и функционировать для того, чтобы снять эту боль, чтобы разрешить эту проблему. Так и наша ходатайственная молитва, она соединяет нас всех вместе для того, чтобы этот прорыв в ткани божественного мироздания был затянут, разрешен, чтобы снялась эта проблема. Это для нас преимущество стать частью этого молитвенного, целительного процесса. Вот почему в Священном Писании ходатайственная молитва имеет такое большое значение, когда и Авраам, когда и Моисей, когда и Иезекииль, когда Исаия, когда Даниил молился за свой народ и просил Бога о помощи и силе. То есть он становился соучастником Бога в этом служении молитвенного исцеления. Вот оказывается, какое благословение для нас. Вот почему ходатайственная молитва друг о друге, здесь присутствующих. Ходатайственная молитва всегда имела большое значение и в истории христианской церкви. Когда молитвенники молились о мире этом, молились о Божьем благословении, то есть становились соучастниками этого процесса служения. Павел говорит, я буду молиться о вас всегда. Он говорит, я не перестаю молиться. Я хочу быть частью этого молитвенного процесса. И я верю, что вы на примере даже этой одной молитвы апостола Павла тоже увидите силу, необходимость и красоту этой молитвы. О чем же просит он в этой молитве своей ходатайственной? Он говорит, я молюсь о том, чтобы у вас было познание воли Бога. 9 стих, 1, послание Колоссянам, 1 глава. Он говорит, чтобы у вас было познание воли Бога. Я посмотрел в других переводах, здесь вместо слова «воли» стоит «цели». Цели. Он говорит, очень важно для вас, для всех познать, что же есть Божья цель для вашей жизни. Как много сегодня людей дрейфуют по жизни без всякой цели.
И, наверное, мы тоже точно так же переживаем о своих детях, да? Когда мы смотрим на жизнь наших детей, так нам хочется, чтобы они цель свою нашли, чтобы они поняли, для чего они живут в этом мире, к чему они должны стремиться. Мало их просто толкнуть в правильном направлении. Кто-то говорит, что родителям достаточно просто направить детей в правильную сторону, чтобы они шли. А я считаю, гораздо больше, чтобы они знали тот адрес, куда им надо прийти. И когда они знают этот адрес, я верю, они увидят свою цель в том, чтобы прийти к этому адресу. Апостол Павел и побуждает нас, говорит, молитесь друг о друга, чтобы нам всем, и церкви этой, и миру этому, и детям нашим, и супругу нашему, увидеть цель, которую Бог имеет о каждом из нас. Это цель, это воля Божия, мы знаем, была открыта нам еще, когда Господь дал нам закон свой. Мы знаем, что закон Божий есть выражение Его воли о нас, Его характера, Его воли о нас и для нас. Поэтому апостол Павел и молится, я говорю, хочу, чтобы вы знали, в чем эта цель вашей жизни. Я хочу, чтобы цель жизни моих детей была в том, чтобы исполнить волю Божию, а в исполнении этой воли увидеть цель для своей жизни. Об этом молился апостол Павел. Я побуждаю вас молиться о том, чтобы ваши близкие, ваши соседи, ваши друзья, ваша церковь увидела, что же есть эта цель для наших родных и близких. Далее он говорит, я молюсь, он продолжает в стихе 10, о том, чтобы вы поступали достойно. И он мог бы остановиться здесь, да? Мы могли бы сказать, чтобы нам всем жить достойной жизнью. Разве мы не используем это выражение? Чтобы жить достойной жизнью. Это выражение на самом деле широко принято в светской терминологии даже. Мы должны жить достойно, мы говорим. Однако он продолжает и ставит точку чуть дальше. Он говорит, и самое главное он добавляет к этой фразе, чтобы вы жили достойно Бога, он говорит. Чтобы ваша жизнь имела вес в Божьих глазах. Чтобы вы жили достойно того имени. Вы помните, как Иоанн в своих посланиях говорит, вы теперь дети Божии. А если мы дети Божии, то весь мир смотрит на нас особенно придирчиво. Вы обращаете внимание, да? Что мир смотрит на нас и на наших детей, и на нашу церковь особенно придирчиво. Почему они смотрят придирчиво? Потому что они сами не живут согласно воле Божией, и им нужно найти оправдание. Оправдание и сказать, во, посмотрите, эти верующие, они себя верующими называют, Богу молятся, ходят, а посмотри, как они дома живут. Я слышу, как он кричит на свою жену с утра до вечера, у нас стенки тонкие между квартирами, так же? И они ищут это для оправдания собственной греховной жизни, собственного отвержения Бога, нежелания идти за Богом. Апостол Павел говорит, давайте молиться за нашу церковь, чтобы она жила и поступала достойно Бога, чтобы этот плод жизни, который мы приносим, был плодом достойным, чтобы принести плод во всяком деле благом. Вы знаете, хотим мы того или нет, мы все плоды с вами приносим. Разного рода плоды приносим. Это единственное, что плоды тоже отличаются друг от друга. Те, кто живут жизнью, насыщенной духом, то в них жизнь бурлит и кипит эта жизнь, потому что дух вошел в эту жизнь. И если дух вошел, то этот сок живительный действует. И плод мы видим красивый, плод добрый мы видим на дереве. А если жизни нет, что происходит с плодом, который, может быть, появляется, да, на этой веточке? А потом эта веточка теряет сок этот живительный и не поступает он по веточкам.
происходит засыхание, увядает, и мы смотрим на этот плод, и плод каким выглядит? Таким жалким, гнилым этот плод. И каждый из нас, желает того или нет, приносит либо этот гнилой, никому не нужный плод. Простите меня вот за эти прямые фразы и выражения, но я верю, апостол Павел говорит, мы должны молиться за родных наших, за семьи наши, за церковь нашу, за мир этот должны молиться, чтобы нам принести плод достойный, благой плод принести. И он продолжает и дальше, говорит, мы почему этот плод должны принести? Давайте вместе прочитаем, если вы видите этот текст. Почему? Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Он говорит, Бог ждет от нас эти добрые дела, чтобы мы показали их в нашей жизни. И еще он говорит, когда вы молитесь о своих близких, о детях, может быть, о муже молитесь своем, молитесь о том, чтобы они возрастали в познании Бога. Вот где великая цель. Вот где призвание, которое апостол Павел в 10 стихе показывает. Когда молитесь, когда ходатайствуете за кого-то в своей молитве, молитесь о том, чтобы они познали Бога. Если они познают Бога, то в своей жизни они увидят эту цель. В своей жизни они увидят направление, они будут знать, куда двигаться. Познание Бога есть познание и воли Божьей о моей жизни. Все это приходит как единое целое, объединенное в моей жизни. Познание Бога через общение, молитвенное общение. Вы помните, самарянка пришла к колодцу. Женщина, которая вела распутный образ жизни, все у нее рушилось в жизни. Но тут вдруг она встречает того, кого она не знала раньше. Что происходит за этот короткий отрезок познания Христа, сидящего у колодца? Все меняется, все меняется. Она бежит в город в этот, она зовет остальных, она ведет. Все в ее жизни поменялось. Если наша церковь, если наши близкие познают Бога в этой личной молитвенной встрече, через изучение Слова Божьего, все преобразится, все изменится. Об укреплении также он говорит, всякою силою по могуществу славы Его. Там в оригинале греческом стоит слово, которое на русский можно еще перевести как динамит. Он говорит, чтобы у нас была эта взрывная сила в каждом из нас, чтобы в наших детях сила была, чтобы в нашей церкви сила была, чтобы в наших близких была сила. Молитесь о том, чтобы им иметь не человеческую силу, а какую он говорит силу здесь? Божию, по могуществу славы Его, не нашей славы, не нашу силу, могущество Его силы, он говорит. Мы с вами все можем стать соучастниками Божьего плана по восстановлению этих дефектов в ткани божественного мироздания. Давайте молиться друг за друга. Молитесь за детей своих, молитесь за близких, молитесь той молитвой, какой молился Даниил. Давайте помолимся вместе этой молитвой, ходатайственной молитвой Даниила. Вместе я приглашаю вас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление Его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Садитесь, послушаем это пение духовное о том, чтобы движимой любовью нам молиться друг за друга. Thank you.
Всем умом тебе всем помышленьем научи меня, Боже, любить, что всю жизнь с каждым сердцем биеньем лишь тебе, о мой Бог, посвятить. Всех, кого ты пречистою кровью в этот мир приходил и искупил.